Мамулька съездила в магазин. Что-то купила. Что-то купила. Сейчас. Давай, пакеты чистые. Так. Ну правильно быстрая. Так, вот такой хлебушек я взяла. Хлеб минусинский, 400 грамм на вилочка. Да, это взяла майонез, это на крылышке купила. Майонез. Ну что ты куда полетел? Даже о, полкило фарша. Да, фаршик. А не было смешанного, поэтому я запустила. А это у меня там чисто есть еще замороженное. Это. Так, на. Так, трубочки, отрезать. Такие трубочки. Потихонечку чайку. Так, взяла две свеколки. Это я на салатик, просто свеколка. Салатик делаю. Так, это я взяла две апельсинки. Это апельсинки. Это там ливень маленькая. Это взяла, хочу воронить. Так, дорогие мои, в своем доме покупаем зелень. Ну а як же, у нас там чесночок, ой, этот укропчик уже, это редисочка маленькая, но все равно я албатун только вылазит у меня. Вот купила ревень, надо где-то место такое, чтобы это, и посеять ревень. Вот не было, ревень рынок, да, я хочу маленько сварить это, варенье. Ой, взяла эту. Сыворотку. Сыворотку тоже вообще не найдешь ее. Сыворотка? Это на крошечку. Ага. Сыворотка. Так, вот крупа пшеничная. На кашку и на это. Ага. В общем, на супик. Крылышки взяла. Это коптить? Я... Ой, я по... Нет, пожару, да, да, пожару, да. Да, да. Так, здесь взяла. Нам с тобой как раз это 4 стейки камбалу. Так, стейки камбалы. Да, пожарить на раз. Так, это сметанка домашняя. Обыкновенная сметана. Это огурчики. Огурец. Ничего я покрупнее взяла. Давай. Давай зелень, наверное. Давай зеленушку. Аккуратней. Ага. Так, еще одна зелень. Тут петрушка. Так, петрушка, лукчик, укропчик, сюда же. Нет, да и только это молочко. Молоко в пакете. Нет, да. Булькает домашнее. 50 рублей. 50 рублей литр. Что там еще у нас? Что-то еще у нас еще тут есть. Так, пельмешка взяла. А, хорошая пельмешка. Кали взяла. Кали. Так, это взяла мойвочки. Мойвочка крупная. Что-то хотела я. Мойва, ой, большая какая мойва. Да. Хорошая, хорошая. Это 4 помидорки и малукова лосося. Сейчас малуки раньше продавалась, ну, это давненько было, давно. Этой селедки мне она лучше нравится. Но это малуки этой лососева. Вот такие покупочки. Да. Пока Санюля красотуля отдыхал, мамуля красотуля, да, ездила не давай, и притащила. Да, с собачками, давай, я покормила, а ты, да, кошкам там я им давала утром. Ну, я дал этой мышке, я воды им. Кстати, те поели, поменял. А что опять муха залетела большая? Не знаю. Ну, какая здоровая. Ну, все, в общем, вот такие покупочки. Всем пока-пока. Да, пока-пока.